вкуснейшие запеченные баклажаны, фаршированные фаршем с помидорами, присыпанные твердым сыром. Блюдо готовится в духовке и подается к столу в горячем виде, подойдет для легкого ужина. Очень простой рецепт приготовления фарша с баклажанами и помидорами. Из баклажанов формируются лодочки, которые наполняются начинкой из фарша и помидоров и посыпаются сыром. Запекается блюдо в духовке примерно 20 минут. Надеюсь, у вас все получится на отлично. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Баклажаны промойте и разрежьте пополам, мякоть удалите ножом, присыпьте баклажаны солью и дайте им так постоять 20 минут. Мякоть порежьте кубиками и обжарьте на растительном масле, затем переложите в отдельную емкость. Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковороде, добавьте фарш, измельченные помидоры и чеснок, соль и перец по вкусу, все перемешайте и тушите под крышкой 10 минут. Баклажанные лодочки промойте от соли и обсушите, выложите на смазанный маслом противень, запекайте 10 минут, температура 200 градусов, затем извлекаем лодочки из духовки и наполняем их начинкой, смазав при этом сметаной, присыпаем тертым сыром, запекаем еще 10-15 минут. Вкуснее тем, кто подпишется. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Баклажаны 6 штук. Фарш говяжий 400 грамм. Лук репчатый 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Помидор 1 штука. Масло растительное 2 столовые ложки. Сметана 6 столовых ложек. Сыр твердый 200 грамм. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 10. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите снова.